И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Но это Джон, мать его, Баба Яга Уик. И сегодня мы продолжаем наше прохождение этого великолепного киллера-убийцы, а точнее его предтечи перед основным первым фильмом. Надеюсь, что вам понравится. Лайки, комментарии и подписки на канале приветствуются. Ну, в противном случае, Баба Яга к вам придет. Хотя, слушайте, я как-то не подумал. Ведь это же взять автограф у мистера Уика. Мистер Уика, он же лицо искусства у нас сегодня будет. Так что, лайки, комментарии, подписки тоже приветствуются. Ладно, не клянчу. Продолжаем. Она ответила на его вопросы, навела его на нас. Она навела его на ее, на единственную из тех, кого она знала и кто имеет выход на меня. Копиистка? Художница. Для тех, кто выше нас, ее имя стало нарицательным. Для нас же оно стало синонимом мастерства. Нет в мире картины, которую она не сможет подделать, документ, который она не сможет скопировать с максимальной достоверностью. Я видел ее работы. И наверняка больше, чем тебе кажется. Подтверждением ее таланта служит уже то, что те, кто выше нас, позволяют ей работать с людьми вроде нашего хозяина. Чтобы удостоиться такой чести, нужно быть просто незаменимым человеком. Полагаю, прямо сейчас ее более публичные работы выставляются в галерее в Нью-Йорке. Ты выглядишь очень спокойным, Хекс. Так и есть. Уик в любом случае умрет в этой галерее. Или от рук моих людей, или в результате одного моего хитрого плана. Не хотелось бы, чтобы вы опоздали на встречу, назначенную вам на ступеньках Континенталя. Ты совершаешь ошибку, которую я видел уже много раз. Думаешь, что сможешь добиться успеха там, где потерпели поражение многие другие? Итак, ребят, давайте с вами определимся, что мы сегодня с вами возьмем. Ну, после такой прекрасной анимации. У нас тут есть дальность атак с толчком, повышается на 2 клетки, штраф за стрельбу по движущейся цели, уклонение расходит на 1 очко собранности меньше, убирает штраф на попадание для стрельбы на большом расстоянии, кувырок расходует на 1 очко собранности меньше, убирает штраф на попадание для стрельбы по движущейся цели, а также повышает максимальную собранность на 10, от 10 до 13. Давайте с вами, во-первых, мы с вами возьмем кубок расход на 1 очко меньше, вещь полезная. И что у нас с вами? Штраф для попадания в большие расстояния. Вот это давайте возьмем. Хотя уклонение расходит на 1 очко собранности меньше. Дальность атак с толчком выше на 2 клетки. Нет, давайте вот это возьмем. Как раз таки нормально будет. Думаю, будет здорово. Хотя уклонение расходит на 1 очко собранности меньше. Ну или по 4 взять. Дальность атак с толчком и штраф за стрельбу по движущейся цели увеличен, но шанс попадания врагов снижается. Нет, убирает штраф на попадание для стрельбы на большом расстоянии. Давайте вот это. Полезно будет. Исполнить. И погнали в вестибюль. Так. Все, веб включилось. Я просто смотрю, что она иногда подвисает. Ну, я сейчас посмотрел записи, небольшой фрагментчик, она нормально записывается. Даже если у меня она здесь дергается, она нормально записывается, так что я вот это проверил. Итак.
Это, видимо, очень сложная такая локация, потому что здесь уже даже у меня программа по захвату мучается. Это будет интересно. Будет интересный опыт. Так, сразу давайте ликвидируем. А это и был, наверное, штаб. Вот, видите, штаб за попадание. Так, нейтрализовать. Так. Сменить стойку. Давай, Джонатан. Ну, кстати, неплохо уклоняемся. Так. Удар. Удар. Ну, мы сейчас умрем, я вам говорю. Это конец. Ну, я же говорю, умрем. Прям в затылок. Я с самого начала не просчитал все преимущества. Я убрал вот это у нас на дальнюю... Ну, наоборот, у нас как бы мы с вами вот выбирали для костюма. Так, огонь. Так. Огонь. Огонь. Так, нейтрализовать. Нас пока не попали. Огонь. Вот и хорошо. Вот и... Ой-о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 й. Промах. Огонь. Так. Нейтрализовать даму. Так, вроде со всеми разобрались. А нам куда, кстати, идти надо? А нам вот сюда надо. В первый холл. Что ж, идемте прогуляемся. О, кто-то еще открыл. Огонь. Так. Сменить стойку. Джонатан. Огонь. Соберись. Нейтрализовать. Огонь. Жизнь у нас уже 4, но бинты я пока не трогаю. Бинты я не трогаю. Так. Что за шум? Типа сигнал тревоги, что ли? Так, перезарядка. Огонь. Пока не трогаю. Мне пока мои пистолеты устраивают. Огонь. А, вот откуда сидят. Вон там еще один идет. Огонь. Так. Ждать. Огонь. Огонь. Что? А, меня все-таки отсюда попал, зараза. Так. Ждать. Огонь. Так, сколько у меня? 7. Ну, давайте возьмем. Ну, а что? Нет смысла в этом уже пистолете больше у нас, для нас. О. Я могу открыть люк? Что, в спину кто-то стрелять хочет? Ясно, есть такое.
Так. Огонь. А теперь надо идти за новой пушкой. Нет, ну а что? Уходить мне что ли с этим? Лучше уж хотя бы девятку. Давай. Так, лифт вызвали. Может, тут есть где-то, не знаю, бонус хороший. Вот стоять так на проходной, конечно, не очень хорошо, но что поделаешь. Я пока не вижу, чтобы кто-то шел. Так. А, один избивает, другой расстреливает. Этого я не ожидал, этого я не ожидал. Так, ну, хотя не, надо было ожидать. Надо было ожидать. Ну, в конце концов, музей краденого искусства. Так. Отлично. Огонь. Вот так. Сменить стойку. Соберись, Уик. Нас ждет сейчас настоящие пострелушки. Так. Сменить стойку. То есть! Ой, зараза. Зараза, попал. Так. Огонь. Огонь. Так, пока живы. Огонь. Так. Перезарядка. О, зараза. Долго у него перезарядка-то идет. И прям в голову. Пока перезаряжается. Зараза. Кофеек пью. Помогает. Так. Так. Брось оружие. Нейтрализовать. Так. Поднять. Так, нейтрализация. Так. Огонь. Так, огонь. Пока живы, пока живы. Пока все хорошо. Там обычный боец, но лучше ликвидирую его. Один уходит здесь сбоку. Так. О, как знал. Так.
Огонь. Смит, стой. Ой, зараза. Огонь. Огонь. И стоечку. Ой. Так. Огонь. Так, черт с этим. Соберись, Джонатан. Огонь. Огонь. Так. Перезарядка. Не дает. Так, сменить стойку. А, я не могу перезарядиться пока. Так. Запомним, я могу перезаряжаться, когда в приседе нахожусь. Огонь. О, я-то меня опередила. Здесь хорошие бойцы. Не, реально, здесь очень хорошие бойцы. И это только первый уровень. Походу, эпизод выйдет длинным. Ну, зараза. Так, нейтрализация. Удар. Огонь. Огонь. Так, ждать. Огонь. Есть. Лучше, во-первых, соберись, Женни. Ты мне нужен собранный. Так, оттуда идут. Промах. Так. Огонь. Нейтрализовать. Огонь. Нейтрализация. Бросить оружие. Огонь. Бинты пока не трогаю. Я хочу постараться пройти этот уровень вообще идеально без смертей. Но это мало, конечно, вероятно. Так. Попал. Зато, кстати, у нас много чего вкусненького есть. Так, идет пока товарищ Амбал. Даже два. Огонь. Так. Сменить стойку. Так. Удар. Меня убили. Удар в голову. Ой. Реально сложно. Реально сложно. Ну что поделаешь.
Так, нейтрализовать. Так. Ждать, ждать. Давай, давай, иди сюда. Огонь! 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 Ай, зараза. Огонь! Вот, разобрались. Перезарядку пока не делаю. Патронов жалко. Так. Ну, это обычный амбал, но... Сэкономим себе патрончики. Огонь. Откуда? А, с периферии. Так. Так. Сменить стойку. Так, парировать. Нет, мы тут трупы. Мы тут трупы. Ладно, соберись и в голову. Сколько я здесь уже раз помер? Любопытно. И это ведь режим агент. То есть здесь время не ограничено для нас. А если бы по 5 секунд думали, вот это уже, конечно, было бы. Конечно, была бы беда. Так. Так. Соберись, Уик. Откуда вышли? Надо понять. Какая дверь дернулась. Какая еще открылась? Я просто слышу, что двери открываются. Какие, непонятно. Так, ну вроде все пока нормально, идемте. Так. Так, огонь. 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 Успели перезарядиться. Здесь с боков их очень много. Они просто ждут, это скорее всего засады, так полагать, так осеобразные. Их оттуда еще идет много. Так. Оружие, кстати, зато полно дают. Это мне нравится. Ну вот еще один идет гость. Какую душу? Так. Идем с этой красотой, валяющейся здесь. У меня две жизни. Ну, бывало и хуже, конечно.
Так, отойдем сюда. Сколько тут их еще их валяется, вот серьезно? Десятка пока приберегу для крупничков. Парочка здесь находится у нас, насколько я помню. А, это еще и магазин и прилавок. Может, здесь у них лечилочки есть? Я бы воспользовался бы. Так, нейтрализация. Спасла коллегу. Молодец. Респект, реально. Реально. Я уже 22 минуты записываю. Наверное, придет записывать частями. Так, нейтрализовать. Так, удар. Пока нормально, пока живем. Идем обходным путем. Вдоль стен. В общем, действуй по принципу. Иди вдоль стены. Чтобы у тебя хотя бы один угол всегда был закрыт. Зараза. А ну иди сюда, ты трусливая зараза. Ишь, чего еще захотел. Где? Где-то дверь открылась, только я не понимаю где. Ну ладно. Точно не здесь. Ага. Застали врасплох. Вот реально. Вроде бы уровень несложный. Понимаю, куда двигаться. Понимаю, что нужно добраться. И несколько раз добирались практически. Так. Это просто вышибало. В общем, разобрались пока что. Живем, пока живем. Где? Ага. Смогу достать? А, это вышибало. Так. Ой, зараза-то, вас тут двое. Так. Надо уходить. Так, нейтрализовать. Пока живу.
Тот засел в углу. Ну и стоять мне в одном углу тоже нельзя, опасно. Добить могут. Так, есть. Огонь. Бинтов, заметьте, опять... я стараюсь их не трогать. Потому что бинты реально нужны для боссов. На боссах они нужны, эти бинты. Давай, Джонатан. Пока живем, пока все хорошо. Тут магнумов очень много дают. Мне очень нравится это. Так, ясно. У нас тут беда. Прямо во время кувырка. Кстати, незаметно ведь подошел, его даже не забить. Реально очень сложно. Один только уровень у нас что стоит. Так. Там вышибало, пока не реагируем на него. А вот теперь можно. Просто потому что появился кто-то там, я не знаю кто. Мимо. Вдвоем стоит, зараза. Так. Ждать. Раза. Но зато, с другой стороны, мы сходили пока еще все жизни. Что хорошо. И вижу. Вот так вот. Мы зато сохранили все жизни. Да, магазин у нас уже подпортился. Но мы хотя бы сохранили самое важное. Так. Именно по эту сторону. По другой что-нибудь открывается? Я просто услышал дверь. Так, огонь. Огонь.
А, огонь. Так. Вот теперь я помню, вон там точно кто-то должен был появиться. Здесь по-любому сзади кто-то должен появиться. Лучше пусть... В какую сторону? Так, ну это... Два амбала — это сила, но это не то. Так, нейтрализовать. Так, огонь. Удар. Давайте-ка я магнум возьму. Пригодится. Так, во-первых, соберись. Во-первых, вызвать лифт. Так, сменить стойку. Да, уехать могу. На корточках ждать. Так. Так. Да, амбала, черт мне, мне вот до этого надо бы. Так. Ой, зараза какая, вот хитрый. А этого прибил, что ли? Ой, этого прибил. Вообще красавец. Оу, это меня, что ли, такая сила у револьвера? Или это он меня ударил так? Я просто не совсем понял. Он у меня... Или это... В общем, не заморачиваемся. Револьвер... Вещь хорошая. Вот это возьму тоже. Джон Уик. Смотрим. Кстати, реально быстро добрались. Реально очень быстро. Ну, ладно. 33 минуты на это ушло. 33 минуты. Я не знаю, буду вырезать, не буду. Надеюсь, не буду. Погнали. Джон Уик, он как Джеки Чан, проникает в музей, уничтожает своих врагов, переворачивает их в стиле пьяного мастера дважды, после чего продолжает свой путь изучения искусства и мировой культуры формата дзен, расстреливая всех врагов, уклоняясь мастерски как Нео от пуль и при этом украшая местный музей новыми картинами а-ля кровавый Пикассо, и это все делает мистер Уик. Мистер Уик, искусствовед высшей пробы. Расстреливает всех, укладывает всех. Плитку мясную из человеческой кожи укладывает только в путь. Это мистер Уик. Мистер Уик, он Джон Уик. Он справляется со всеми. Люди не могут стоять даже от его шарма дробидания волос. Он мастерски расстреливает всех. Всех. Никого не оставляет. Он по яйцам стреляет. Даже, конечно, в него иногда попадает. Но когда он стреляет на повал. Он мистер Уик. Мистер Уик всегда придет за билетиком, тряхнет волосой, расстреляет любого амбала, уложит его только в путь. И никакой амбал-близнец не сможет остановить его. Он мистер Уик. Возьмет на всякий случай револьвер, потому что эта штука уничтожает все. Вызовет спокойно лифт, сходит, купит себе конфетку и заодно посмотрит парочку книжек, журнальчиков. Но когда его отвлекают, он расстреливает на повал. Но местный кассир не хочет продавать ему конфетку, поэтому он его дает серебряной пулей. Хотя кассир не промаха десятка и требует хорошую банкноту и получает ее. Мистер Уик. Мистер Уик забрал конфетку и журнальчик и пошел с новым пулеметиком наверх. Мистер Джон Уик. Продолжаем. Так, исполнение. Подделка и фальшивки.
выставка. Галерея закрыта, вас ждет лишь личная гвардия Йосико. Я так хотел поизучать мировое искусство. Ну ладно. Нажмите кнопку «Вопрос», чтобы открыть обучение. Смотрите, какая хорошая тень. А, это человек снизу? А, это там, где мы были, да, наверное? Вот это главный холл. Нельзя попадаться. Так. Вау. Ты как уходишь, что ли? Ну, конечно, расход патронов огромный. Ничего не скажу. А мне нужно вот сюда попасть. На второй этаж причем. На третий уже, извиняюсь. Третий этаж. Так, соберись, Уик. Кстати, заметьте, здесь очень много проходов и галерей искусств. Можешь пройтись, конечно, как вариант. Потому что, я так полагаю, через главный холл это самоубийство. Полноценное. А с другой стороны, нас что, пропустит? Конечно же, не пропустит. Ну, конечно, не пропустит. Там, видите, забаррикадировано все. Давайте заберем. Мы что с вами использовали уже? В свое время здесь магнум, обычный пистолет. Так. Куда я его могу нейтрализовать? Так, пока вроде никто нам не мешает. Давайте вот пройду вдоль стен, безопасно. Заодно искусство посмотрим. Смотрите, какие шикарные картины. Это великолепное искусство. Пусть подделка, но все-таки искусство, как ни крути, и это же тоже считается за искусство. Так, там кто у нас? О, автоматчик! Нам повезло, что он нас не выстрелил. Пока он по мне не попадает. Я не знаю, почему он не стреляет. 16 на 12. Беру и то. Беру оба. Так. За ним мы еще вернемся. Я пока просто зачищу территорию. Потому что я чую, что здесь нас ждет еще много веселья. Что, ничего? Я ожидал большего. Жалко, что я не могу сбросить оружие прямо на месте. Было бы удобно. Перетащил с собой побольше. Ну ладно, возьму. О, кто-то открыл что-то. Я возьму побольше. В крайнем случае, вот этот полузаряженный. Почему нельзя брать с собой побольше патронов? Было бы, знаете, как удобно. То есть взял, к примеру, второй рожок и тащи себе спокойненько. О, карабин. Неплохо. Давайте заберем карабинчик. Тем более потратил уже патрушки.
У нас зато теперь будет снова... Кстати, карабиныч пока у нас, по-моему, не было. Быстро, заметьте! Ни разу не помер! Вот что значит сила искусства. Наслаждение прекрасным искусством спасает жизни. И заметьте, бинты все еще со мной. Правда, жизни все половина осталось. Но, с другой стороны, у нас с вами из 30 осталось 25 жизней. Будем так смотреть. Ну, поскольку каждый бинт — это десятка. Хотя, честно говоря, я был бы рад увеличить количество жизней. Вот это было бы полезно. Но, что поделаешь. Погнали. Он Джон Уик, эксперт-искусствовед высшей пробы. Раздает свои рецензии, словно горячие пирожки, вылетающие из его пистолета-пулемета. Никого не оставляет живых. Даже людей, которые находятся ниже него, он благословляет своими отзывами в виде серебряных пуль. Ну и, конечно же, возьмет обычный пистолет, а потому что у него уже кончился основной запас патронов. Мистер Уик наслаждается с каждым моментом искусства, укладывает девушек только в путь своими знаниями. Марни просто стелятся перед ним. Он спокойно наслаждается прекрасными произведениями искусства. Охранники не могут устоять перед его знаниями. Гребаные автоматчики не могут даже в него попасть, потому что они шокированы его красотой и осведомленностью. Крабный еще один автоматчик просто диву дается его познаниями и умениями. Мистер Уик обхаживает каждый предмет искусства и признает его ценность для мировой индустрии качества культуры и моды. При этом не находит никакого сопротивления и продолжает свое путешествие, предварительно взяв более хорошую систему раздачи патронов и отзывов. Тем самым говоря, я за качество, ребят, я за качество. Но вдруг приходят два лучших искусствоведа, которые огребают от мистера Уика по полной программе. И еще один получил, вот так вот. И, конечно же, мистер Уик заберет у них профессиональный раздатчик дробный. Подробной рецензии. Он Джон Уик, искусствовед. Джон Уик, искусствовед. Надеюсь, хорошо получается. Кстати, забавно, что пока еще никто ни Уинстон, ни остальные не говорили. Ну ладно, может, сейчас заговорят. Мне понравилось. Красота. Так, следующая точка. Коллекция. Это статуи, подобные богам. Но как и все, что создает Ионикс, они лишь фальшивки. Ну, все равно же подобны богам. Почему бы нет? Качество. Качество не пропьешь. А я думал, сейчас будет анимация. Йосика занимает не последнее место в мире искусства. Ее влияние и власть безусловны. Ей будут помнить и через несколько десятилетий после смерти. Далеко не все люди нашей профессии могут заслужить себе бессмертие подобного рода. Интересно, что они будут рассказывать, если увидят свет всей ее работы? Иногда все служило сильным мира сего. Оно может купить и благосклонность, влияние. Оно может возродить цивилизации и свернуть горы. Оно может убивать. Что ж, значит, Джон Уик занимается заслуженное место в твоем затворе. Я с радостью устрою посмертную выставку его работ. Плохо звучал, переозвучь потом. Кстати, такой вопрос. Перезапуск... Могу я перезапустить? Просто хочу нормально озвучить. Йосика занимает не последнее место в мире искусства. Ее влияние и власть безусловны. Ее будут помнить и через несколько десятилетий после смерти. Далеко не все люди нашей профессии могут заслуживать себе бессмертие подобного рода. Интересно, что они будут рассказывать, если увидят свет всей ее работы?
Искусство всегда служило силе мира сего. Оно может купить и благосклонность из влияния. Оно может возродить цивилизации и свернуть горы. Оно убивает старых богов. Что же значит, Джон Уик занимает заслуженное место в этом пантеоне? Я с радостью устрою посмертную выставку его работ. Вот это уже другой разговор. Вот это уже хорошее качество озвучки. Даже я могу сказать. Ну, кстати, работы реально интересные. Не вижу смысла тратить на него время. Эй, что? Что за человек-невидимка? Вот. Карабин и лёг. Одного выстрела вообще хватило. Обожаю карабин. А вот этого надо уничтожить сразу. Мимо. Нейтрализовать. Так. Пусть идут сюда, а у меня как раз хватит на всех. Вот так. О, кто-то вышел. Откуда? Точно не отсюда. Значит, оттуда. Ну, давайте поприветствую. У меня со мной карабинчик есть еще один патрончик. Тут еще и хорошая раздача есть. Я слышал, что кто-то что-то открыл. Или там, может быть, открыли, как вариант. Попытаюсь дойти до пушки. Ну, карабин вещи реально стоящие, мне нравится. О, а это уже был рядом. Ну, молодец, Ух, зачем ты так много патронов-то растрачиваешь? Ну, реально, искусство очень шикарное. Пойду вернусь за карабином. Штука куда мощнее, если что, так-то посмотреть. Или револьвер взять. Давайте револьвер. Карабин вещь хорошая, но... Признаемся друг другу. Стреляет он, конечно, относительно. Вот зараза. Я пока не хочу бинты применять. Слишком рискованно. Так, куда мне идти? А, мне лифт опять вызывать? Да вы издеваетесь. И сколько раз мне эти лифты вызывать? А, вот сюда мне. Я не заметил. Так. Окружили, заразы. Окружили.
окружили. Йосика занимает не последнее место в мире искусства, ее влияние и власть безусловны. Ее будут помнить и через несколько десятилетий после смерти. Далеко не все люди нашей профессии могут заслужить себе бессмертие подобного рода. Интересно, что бы они будут рассказывать, если увидят свет всей ее работы? Искусство всегда служило сильным миру сего. Оно может купить и благосклонность, и влияние. Оно может возродить цивилизацию и свернуть горы. Оно убивает старых богов. Что же значит, Джон Уик занимает заслуженное место в этом пантеоне? Я с радостью устрою посмертную выставку его работ. Прекрасная посмертная выставка будет. Так. Пока приберегу пушку. Вещь хорошая. О, молодец. Так. Пока нейтрализовал как можно больше людей. Неплохо. Еще один идет. Вот зараза. Вот тебе. Да, многие скажут, ну, начни ты уже использовать-то. Не могу. Опасно. Пока никого нету, да быть того не будет. Не, давайте-ка я сначала выйду. Тут наверняка же кто-то должен быть. Уходим, Уик. Так, это поднять. Соберись. Сменить стойку. Это она? Нет, это... А, это тот. Не насрать. Я пока не стараюсь не использовать бинты. Но, скорее всего, нам это сейчас понадобится. Так, откуда? Целится вот отсюда. Значит, где-то здесь, да? А, вижу. Сменили. Так. И так, где-то там открылся или где-то там. Непонятно где, но где-то там открылось. Займу более выгодную для себя позицию. По отстрелу всех живущих здесь. Так, там никто не идет? Вроде нет. Тут есть просто пара хороших оружий. Лучше уж подождать здесь. Так.
кто там у нас? Мастер единоборств. Ну, это кунг-фу мастер, это ни о чем. Так. А вот теперь уходим. Как можно дальше. Кто? Так. Надо уходить. А куда уходить-то? Пушки здесь все. Ну, вон там парочка из хороших. Бросить оружие. Поднять. Так. Ждать. Нейтрализация. Огонь. 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 Вот так вот справляемся, так и живем. Ну да, по-моему, был револьвер у меня на 7 штук. И заметьте, я еще пока живой. Пока. Это еще неизвестно, сколько там гуляет. А, на 5. Ну ладно, на 5 тоже хорошо. О! Так. Хороший выстрел. Я возьму револьвер с собой. Вещь мощная, вещь хорошая, в хозяйстве пригодится. Сколько же их там, кошмар. Если там еще кто-то в засаде сидит, это вообще беда. Но вроде никто в засаде не сидит. Джон Уик. Продолжаем. Джон Уик искусает ваши пробы. Покажет всем мастер-класс по великолепному искусству пантеона убийц. Он эксперт высшей категории. Люди идут брать у него советы, и он показывает им, как мастерски можно уложить их же с помощью обычного огнедышащего, пробно-стрелящего оружия. Джон Уик. Он оценит каждый предмет искусства. Откроет, проверит, убедится, что все безопасно и чисто, и использует каждый свой патрон на дробном идиоте. Ибо только он высший искусствовед самой смерти, уклоняется по-божественному, подберет любую хорошую пушечку, уклонится, пробьет противника только в путь, ложит прямо великолепную красотку, проверит все на предмет чистоты и уберет противника. После чего вызовет аккуратный лифт, потрепляясь своей головой. Именно бородой и головой он вызывает лифт. Не кнопками, не ручками, а именно головой и бородой. Занимает постоянную болезненную позицию. Расстреливает врагов, расстреливает оппонентов. Пока лифт спускается, он подготавливается к отстрелу врагов. И выходит армия амбал специалистов высшей категории, чтобы намутузить его. Но Джон Уик специалист высшей пробы. Избавляется от каждого, уклоняется более-менее эффективно, берет оружие и, думая, что они его загнали в угол, мистер Уик показывает мастер-класс, как выйти из самой жесткой мышеловки в истории человечества, расстреливая всех по их яйцам. После чего мистер Уик, спокойно подобрав чужое оружие, прогуливается не спеша, наслаждаясь местными произведениями искусства, рассматривая и отдавая часть последнему выжившему. После чего спокойненько прогуливается не спеша до лифта и отправляется на следующую экскурсию. Джон, мать его, Уик.
Ай, красота. Продолжаем. Итак, ребят, мы с вами продолжаем. Не обращайте внимания на фон, поскольку записываю в несколько дней, так как вот эту первую часть мы с вами сейчас уже прошли. И вот поскольку я замучился здесь, я не успел полностью записать за выходные, записываю сейчас еще в будние дни. Так что мы сейчас с вами продолжаем, записываю в ночное время, поэтому, извините, если, наверное, будет немноженько тиховат, но ничего страшного в этом нет, не переживайте. А мы пока продолжаем. Закулисье. Погнали. Посмотрим, что тут у нас, с чем едят, кто едят и как едят. О! Огонь. Меня не попал, я попал. Моментально, кстати. Ждать. Огонь. Откуда еще? Кто там бал достал еще? Так, огонь. Есть. Нейтрализовать. А вот теперь давайте-ка перебинтуемся. Я по крайней мере попробую, потому что с одним здоровьем здесь уже не пройдешь. Так. Ждать. Удар. Поднять. Лишним револьвера не будет. Эта штука мощная. До пучного пистолета еще доберемся. Так. Огонь. Так, реально, меня сейчас нокаутируют. Огонь. Я же говорю, нокаутируют. Не страшно. Ну, кстати, неплохо пошли. Неплохо прошли. Ну, уже, ну да, держимся. Плохо, конечно, но надо смотреть в положительные стороны. А у нас их много. Так. Пока живем. Чисто на одной удаче. Пока на одной удаче чисто живем. Так, ждать. А тот не хочет уходить, зараза. Огонь. Черт, промахнулся. Так, поднять. Огонь. Вот так вот. Ну а теперь заодно получим снова 5 змей Горыныча. Я смогу отсюда ее открыть? Огонь. Ждать. Огонь.
А, огонь. Так. Сменить стойку. Нейтрализовать. О, как хорошо-то. Сразу по точке дают. Пока все спокойно. А, огонь. Пока живем. А, огонь. А, огонь. Подниму. Вещь получше, чем три... Ну, три патрона, это ни о чем. А, огонь. Сменить стойку. Где? Так. А, огонь. А, огонь. А, огонь. Чёрт, мне попали, что ли? Зараза. Вот бинты потратил один, а хотя бы надо еще один сохранить. Соберись, Джонни. Где? Огонь. Так, пойдемте возьмем пушку. Там, кстати, нас еще ждал... Хороший пулемет. Я его сейчас заберу. Вот он лежит здесь. Так, поднять. О-о-о. Это утяжеленный боец. Так. Нейтрализовать. Я просто потанцую с ними самбу. О, да. Вот и все, разобрались. И... Хороший бонус забрали, между прочим, кстати. Джон Уик. Специалист высшей категории. Но мы потратили один бинт. Поэтому наша задача не тратить оставшиеся зоны, последний бинт. Его надо сохранить любой ценой. Вот любой ценой. Это единственное наше спасение. Ну и, конечно же, озвучка. Джон Уик, специалист по ведению искусству и защите опасного искусства. Он защитит вас от турецких краденых торгашей, которые хотят продать все это искусство. Джон Уик в спокойном ожидании пройдется по каждому, кинет каждому свою пушечку и заберет в обмен вашу. Мистер Уик настолько ценит современное искусство, что аккуратно преклоняет колено и пропускает каждому по билетику, чтобы каждый мог спокойно войти в современное искусство с полной живописью крови своей собственной, чтобы прочувствовать каждой капелькой своей крови. Мистер Уик идет спокойно, не спеша, хладнокровно, каждому давая свинцовый билетик. Свинцовый билетик мистера Уика настолько надежен, что он аккуратно раздает каждому налево и направо. Он чувствует, где находятся ценители такого же искусства, как и он. Мистер Уик творит искусство с помощью своих кистей, в лице которых выступают пистолеты всех мастей. Мистер Уик наслаждается своим статусом змея. Мистер Уик от власть каждого самурая, каждого рыцаря средневекового искусства. Посмотрите, какие он наносит удары. Посмотрите, как он оглушает местного рыцаря по яйцам. Мистер Уик, эксперт. Мистер Уик. Продолжаем. Итак, следующая остановка — мастерская.
Настоящее ремесло Йосика — изготовление подделок. В них провозят эксклюзивные товары Хекса. Что ж, поглядим. Итак... Надеюсь, во время своего визита мистер Уик не слишком попортил ее товар. О, нет, для слона в посудной лавке. Я позвучил, но я уже сбился со счета. Давайте лучше это... перезапущу этот уровень. Ну, реально хочется озвучить нормально. Ну, поймите меня, пожалуйста, правильно. Люблю озвучивать, хорошо. Надеюсь, во время своего визита мистер Уик не слишком попортил ее товар. Нет, для слона посудной лавки Джонатан весьма изящен. Ее эксклюзивная коллекция продается в той же галерее? Ну, разумеется. Люди бездумно бродят по улицам города, даже не догадываясь, что стоит тебе свернуть за угол, открыть дверь, и ты окажешься в совершенно ином мире. От них сокрыто столько настоящих шедевров. Полагаю, многие из них оборудованы. У вашего мира нет времени. Ну, успевай, вот реально. Вот реально, хочу хорошо звучить качественно, а вот они торопятся очень сильно. Извините меня, пожалуйста, ребят. Надо. Нужно качество, понимаете? Надеюсь, во время своего визита мистер Уик не слишком попортил ее товар. О, нет, для слона посудной лавки Джонатан весьма изящен. Ее эксклюзивная коллекция продается в той же галерее? Ну, разумеется, люди бездумно бродят по улицам города, даже не догадываясь, что стоит тебе свернуть за угол, открыть дверь, ты кажется совершенно новом мире. От них сокрыто столько настоящих шедевров. Многие из них, полагаю, оборудованы тайными пустотами. У нашего мира нет времени на красоту. Но за налетом роскоши и пафоса часто можно найти... запрещенное оружие и наркотики, да? Я имел в виду смысл. Реально, Харон. Ой, Харону только практику. А, это вышибало. Так, разобрались. Так, а куда мне надо? Мне вот через эту выставочную галерею, да? Ну, скорее всего, оттуда сейчас тоже кто-то пойдет, да? Так, сменить стойку и открыть дверь. Вижу. Но пока не трачу. Хотя... Огонь. Так. Вижу. Так, смени стойку. Сбери свык. Я подниму. Лучше взять. Так. Сначала разберусь с этим красавцем. Огонь. Нейтрализовать. Заметьте, у меня две жизни осталось всего. Огонь.
А откуда? То есть откуда стрелять будут, не пойму. Или он решил пойти с другой стороны просто? Сверху, я их и не заметил. Так. Так, поднять. Там еще один был громила. Но туда я не поднимусь никогда. Там нету лифта. Хотя вот здесь вот дверка есть. Я не думаю, что нам дадут ее открыть. Хотя было бы здорово, если можно было бы забрать. Мимо. Так. Ну, мы почти дошли, кстати. Так. Ушел, зараза. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уходим. Так, от этого избавляемся. Так, у меня всего 2 патрона. Пойдемте заберем вкусненькое оружие. Происходит, товарищи, вот так вот происходит. Ничего не поделаешь. Надеюсь, во время своего визита мистер Рук не слишком попортил ее товар. Нет, для посудной лавки сад... жопа... Чё, я уже озвучил один раз. Давайте просто поставим. So many people sleepwalk through the city, turning a corner, whispering a hushed word, or opening a door to our world beneath. And they miss great works. Many of them hollow, I presume. Our world has no time for beauty. But if you peel back the surface, beneath the bourgeois veneer, you might find... Unlicensed firearms. Drugs. Видите, неправильное. Мне нравится озвучивать, ребят. Но, во-первых, мы уже озвучили. Во-вторых, сейчас вообще не хочу особо шуметь. Лишний раз. То есть потом будут говорить, что я шумлю. Так, по-тихому сейчас пройти. Может, получится сейчас по-тихому пройти, и никто нас не заметит. Это было бы, знаете, как прекрасно. Так, нейтрализовать. Молодцы, умеют сражаться. И не дают ведь по-тихому пройти. А это, кстати, хочется ведь. Попробуй еще раз озвучить, может получится. Так, спокойно, за раз. Надеюсь, во время своего визита мистер Рук не слишком попортил ее товар. Нет, для слона посуды лавки Джонатан весьма изящен. Ее эксклюзивная коллекция продается в той же галерее.
Разумеется. Люди безумно бродят по улицам города, даже не догадываясь, что стоит тебе свернуть за угол, открыть дверь, и ты окажешься в совершенно новом мире. От них сокрыто столько настоящих шедевров. Полагаю, многие из них оборудованы потайными пустотами. В наше время нет времени на красоту, но за налетом роскоши и пафоса часто можно найти... запрещенное оружие и наркотики? Я имел в виду смысл. Ну, что поделаешь. Вот так вот. Я сначала возьму пистолет. Так как вот это более получше будет. Так, парировать. Нейтрализовать. Вроде пока тихо. И бинты пока не трогаем. Тихо. Все хорошо, все спокойно. Ой, да уж. Сложный уровень, товарищи, реально сложный, но надо проходить, ничего не поделаешь. I hope that Mr. Wick's disturbance did not damage much of her merchandise. No, Jonathan's like an elegant bovino china shop. Her exclusive collection is on sale in the same gallery? Of course. So many people sleepwalk through this city, turning a corner, whispering a hushed word, or opening a door to our world beneath. And they miss great works. Many of them hollow, I presume. Our world has no time for beauty. But if you peel back the surface, beneath the bourgeois veneer, you might find... unlicensed firearms. Drugs. Так, нейтрализовать. Вроде пока чисто, все пока хорошо и спокойно. Чем больше, тем лучше. С какой стороны еще? Точно не сзади. Сзади тихо. Сзади только трупаки. Забавно, что по нему стреляешь, а ему хоть бы что. Главное, чтобы сзади не окружили. Вот это я ничего не хочу. А, вижу, вот ты где. Куда могу укрыться? Парировать. Смотрим аккуратненько. Куда можем нейтрализовать? Вот сюда давайте.
Огонь. Так. Попала, зараза. Так, пока живы. 8 на 8. Пока не будем убивать. Идем тихо, спокойно, не спеша. Вот так, а вот теперь давайте обменяем. Тут слишком узкие проходы, нормально ты не пройдешь, понимаете? Но тут есть где хорошо укрыться. Так, только с этой стороны... Ага, вижу. Так. Зашли достаточно далеко. Поднять. Вдоль стен идем. Так. 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 Все равно прибили. Надо было взбодриться, перейти и взбодриться. Но то мы знаем, кто там сразу будет ждать. А так хорошо шли. Так. I hope that Mr. Wick's disturbance did not damage too much of her merchandise. No, Jonathan's like an elegant bull in a china shop. Her exclusive collection is on sale in the same gallery? Of course. So many people sleepwalk through this city, turning a corner, whispering a hushed word, or opening a door to our world beneath. And they miss great works. Many of them hollow, I presume. Our world has no time for beauty. But if you pull back the surface, надо было сначала взбодриться. Unlicensed firearms, drugs. I was going to say, meaning. Откуда? Вот и отлично. Где? Ну, это борец. Пусть пока идет за мной. Так, оружие пока есть.
Но я хочу взять пистолет-пулемет. Сгодится полезная вещь. Хотя, может, сначала дальних убить, вот этих толстяков. Так, с одним разобрались. Там еще один должен быть, я помню. Вот, видите, прямо. Видите, даже меня не задел. А я потратил все патрончики и теперь могу забрать свой любимый пулеметик. Видите, как удобно. Бинты не трогаем. Бинты держим на самый крайний случай. А я хочу этот бинт сохранить хотя бы до босса. Одного бинту уже достаточно. Помните, что было в прошлый раз с китаяночкой? Я помню. Не хочу повторов. Так, соберись, Уик. Так, здесь пистолет. Здесь тоже пистолет. Потратил весь пистолет. Но, с другой стороны, мы в безопасности. Так, вижу одного. А второй где? Ага. Так. Пока ждем. Не работает на них, да? Так, в общем, надо держаться их на расстоянии. Сейчас сзади ведь это зараза, что же. Надо, значит, будем отходить назад. Как можно дальше и стрелять по ним издалека. I hope that Mr. Wick's disturbance did not damage too much of her merchandise. No, Jonathan's like an elegant furniture shop. Her exclusive collection is on sale in the same gallery. Of course. So many people sleepwalk through this city without turning a corner. Whispering a hushed word or opening a door to our world beneath. And they miss great works. Many of them hollow, I presume. Our world has no time for beauty. But if you peel back the surface, так, вот так. The bourgeois veneer, you might... Unlicensed firearms, drugs. I was going to say, meaning. Отлично. Огонь. Вот так. Поднять. Потому что там еще наверху двое. Я хочу от них избавиться сразу, чтобы... Ну вот, видите, какая красота. А он даже не заметил. Я в него стреляю, а ему... Это ранг пару секунд. Ну ладно. Учитывается. Но все равно забавно. Таро пока не вижу. Этого вижу. Так, парировать.
Ой, молодец какой. Рэмбо прям нашелся. Будто на тебя управ не найду. А где второй? Там же должен быть еще второй. Ладно, Джонатан, соберись. Реально странно, куда второй делся? Не думаешь же, что он куда-то пропал? Вот он. Вот и нашлась пропажа. Сколько там? 7-7, и вот здесь парочка валяется, запомни. Так, огонь. Поднять. Вот так. Теперь давайте-ка вернемся с моим любимым пистолетом-пулеметом. Вот что-что, эта штука сейчас нам очень пригодится. Да, знаю. Немного несправедливо, наверное. Но, опять же, это же стратегия, это тактика. Это стратегия, это тактика, это надо делать. Так. Огонь. Так, сменить стойку. Поднять. Джон Уик. Я же говорил, сработает. Ладно, надо было просто сохранить пистолет-пулемет. Это долго, мучено, но зато теперь озвучечка. Мистер Уик, специалист по галерее искусства и укладывание простых рабочих. Мистер Уик изящно проходит по самой изысканной галерее в истории Нью-Йорка, изучая каждую красоту, показывая всем людям, какой прекрасный здесь пол, на котором стоят лучшие экспонаты фальшивых монетчиков. Вы только посмотрите, как мистер Уик элегантно раздает свои прекрасные свинцовые отзывы. Люди за барной стойкой даже падают в ужас от красоты и всей существующей красоты здесь. Мистер Уик раздает всем люей. Мистер Уик проходит по каждому миллиметру, изучая каждый экспонат со всех сторон. Настолько хороши они, что он даже стряхивает свою бороду и все равно снова раздает всем пьяницам наверху люлей. Ну уж извините, не все такие лучшие искусствоведы, ценители искусства, как мистер Уик. Джон Уик, он специалист высшей пробы. Он с каждого ждет за подворотней, чтобы рассказать об лучших экспонатах. И даже те, кто не сразу падает, все равно упадут от его рассказов про каждый экспонат в этом музее. При этом мистер Уик очень умен, очень хитер и всегда имеет запасное оружие, которое он может использовать для того, чтобы раздать самые фееричные люли под самый конец этого экскурсионного обзора. Мистер Уик аккуратно еще раз проходится, изучает все экспонаты, чтобы с точностью до миллиметра рассказать. И вот он начинает раздавать люли самым известным амбалом в истории. Он собирает их оружие и уходит с ними. Он. Джон Уик. Экскурсовод по галерее фальшивого искусства. Эх, продолжаем.
Итак, продолжаем. Уже, как вы поняли, по предыдущим двум частям я записываю частично. Сейчас уже третий день пошел. Вот реально, настолько уходит много времени на запись. Поэтому, ребят, буду рад, если поддержите это видео лайком, комментарием и подпиской на канал. Очень буду признателен. И интересно ваше мнение по поводу такого подхода и смены фона. Пока нового фона еще нет. Он сегодня приедет. Я просто имею в виду вообще в целом. Вначале светло, а сейчас уже темно. Ну, формально уже утро. А предыдущие вот эти две части записывал вообще ночью. В общем, понимаете, о чем идет речь, да? Сейчас вот перед работой записываю. Как раз у нас осталось две зоны партии и сама... А, это сад называется. Ой, как хорошо. В садик сходим. В центре Нью-Йорка. Кстати, если так посмотрите, тут прям одно большое полноценное здание, очень красивое. Так, если посмотреть, мне очень нравится конструкция. Да, даже за принтскрин. Нет, реально очень красиво. Вот слушайте, а Джон Уик-то... Слушайте, а у него хорош так Слушайте, это можно воплотить в Майнкрафте. Я только сейчас подумал об этом. Это, слушайте, это очень интересно. Причем, кстати, здание сконструировано и построено грамотно. Есть над чем поработать, мне нравится. Слушайте, я только сейчас заметил, а эти разработчики-то поработали над локациями. Я имею в виду с точки зрения структуры, построения, комплексности, нахождения. А слушайте, в этом и есть смысл. Сделаем тоже. Вот видите, я хотел просто посмотреть, что за эта игра себе представляет изначально. А тут ведь можно это все построить. Вот что значит дух канала, задача канала, даже там, где я изначально не мог ее понять. Ну, в игре, именно относительно игры. Вот это да. Ладно, погнали. Партия. Отсюда Йосика рассылает свои работы по всему миру. Ее люди хорошо храняют это место. Что ж, давайте дезохранируем это местечко. Так. Зона Почты России. Ну или любого почтового отделения уничтоженной связи. О, какие люди. Ну а теперь можно пройтись вот сюда. От четырех пуль, представляете, пулемета мне ничего не будет. Так, нейтрализовать. Придерживаемся стен, товарищ. Бедный ребят, бедолага. Погиб за себя. Нет смысла иметь при себе 4 патрона и садить полку 0 будет по большей степени. Так. Так. И... расстреляли. Надо было того сразу перебивать. Но неплохо пошли, неплохо двигаемся. Вот, киселечку дайте-ка. Напишите, тетя, что за киселек? Так. Я сначала там ликвидирую всех, кто попадется нам.
Потому что здесь явно понадобится небольшой парень. Так. Огонь. Нейтрализация, большая амортизация. А куда его толкну? Нет. Так, нейтрализация. Так, а теперь живо за автоматом. Так, сменить стойку. Ой, да! О, не дают. А это хороший был план. Мое исполнение подкачало. Ну ладно, не страшно. Просто я был слишком близко, надо было того выманить. Попал, зараза. А вот теперь можем нейтрализовать. Да, у нас две жизни, но я постараюсь хотя бы на них добраться. Да тут куда мне надо. А куда, кстати, там надо? А нам вот туда надо. Дверь открыта, давайте выходите уже. Так, нейтрализация. Сразу двоих выстрелил и своего коллегу спас. Слушайте, респект. Слушайте, ну реально, видно, они тут дружны. Они, понимаешь, что с ним Баба-Яга, надо разбираться. Ну вот, теперь от этого толку ноль. Соберись, Уик. Вот так. Возьмите что-то покрупнее. Так, нейтрализовать. Поднять. Парировать. И нейтрализовать. Вот так вот. О,
О, неплохо. Это призывало, вышибало. Так. Нет, сначала с нейтрализацией разберемся. Так, а вот это поднимем. Вот так вот. Карабин хорош. Но он тут только на один заряд. А в принципе, давайте потратим что-нибудь. Так, парировать. Удар. Вот и все. Давай, соберись, Джонни. О, кстати. Посмотрите-ка, вот это что-нибудь. Слушай, это бюст Лизетты второй? Ух ты, чего он только не копировал? Жаль, придется от нее избавиться. А я бы у нее заказал бы свой бюст. Так. Так, и давай удар. Вот так вот. Слушайте, пробрались, получается, так быстро. Вот уже финишная черта. Ну что, сейчас нас покоцкают только в путь. Ну, здесь пусто, хорошо. Так, соберись, Джонни. Это вышибало. Молодцы, командную работу сделали. Я думал, почти добрались. Вот так, видите, вот какая сложность хорошая. Агентская. А представьте, если бы решали все за 5 секунд. Старайся сэкономить. Так. Там кто-то вышел, я же видел. Дверь просто так обычно не открывается в такие ситуации. Вот. Вкусный карабинчик, да. Тут на 5 штук даже.
Черт, попал, зараза. Вот тебе, зараза. Я карабин возьму. Вещь надежная. Ладно, скажу, неплохо. Ну, кланяться здесь надо как-то. Если не понимаю как. Возможно, это как раз и дело в этом самом штрафе. Так, ждать толчок. Огонь. А, я мог сюда, кстати, затащить. Тут мраморные глыбы. А и так практически были близко и сами изначально. Да. Мы сохраним тот винт. Мы винт сохраним в любом случае. Я не буду вот так пока что на этом. Джонни, серьезно? Наконец-то. Будет какая-то беда прямо с прицелом. И застрелил моментально. Реально сложный уровень. Походу, эпизод выйдет на очень длительное время. Вот теперь вот, да?
Давай. Вот, пока живы. Поднять карабин. Слишком далековато. То есть? Он издалека попал в меня. Молодец. Молодец. Хороший выстрел. Издалека хедшот. Что, надо хвалить NPC? Они стараются. Так. Я вижу. Так, соберись. Лучше нейтрализовать потиху, пока есть возможность. Правильно, сейчас пока чисто одна нейтрализация идет. Ну тут, кстати, неплохо. Да ладно, штука. Там вас. Сейчас их всех положу на дом. Кстати, извините, они исчезают. Забавно. Только пушки остаются. Что хорошо. Значит, нам был бы кирдык. Что они, кстати, вот оттуда все лезут, я не могу понять. Понимаю, охрана и так далее, но мне находится странно. А теперь идем за пушкой. Карабин-то нету. Нам очень повезло, что карабин они сейчас не взяли. Мне реально повезло. Так, сначала обойду по периметру. Укрытие мне сейчас ох как нужно. Потому что если сейчас будет парень с карабином, мне надо уклоняться только в путь. И удар. Вот так. Не дают пройти. Надо в обход. Ну
Вот так вот. Смотрите, как слушайте, у нас прямо реально с вами настоящая кунг-фу битва. Джон Уик показывает мастерство кунг-фу. Он сейчас посудит в рукопашную чисто их всех убивает. Он никого в живых не оставляет. Всех рукопашные. Так, отходим в сторону. Надо уходить, надо уклоняться. Я постараюсь без бинтов сейчас. Я знаю, что у меня немного, но лучше так, чем никак. Потому что хотя бы хочу постараться. Без бинтов сейчас пойти. Один бинт мы так уже потратили. Не вижу смысла тратить еще чего-нибудь. Хотя бы этот уровень, да пройти да надо. Это тяжело будет сейчас. Я чую, сейчас здесь подстава будет. Или нет. Но прошли. Хотя у нас одна жизнь осталась и один бинт. Бинт во второй сейчас примерно на второй локации. Я почему здесь его не хочу читать? Потому что если бы здесь что-то было еще подстава, мы бы потеряли еще больше жизни. А так хотя бы сэкономили бы. В каком-то смысле один бинт. Так что. Погнали. И озвучка. Джон Уик. Оставшись на ночь, он утром встречается уморительным избиением местных официантов, поставляя их на место. Ибо это не официанты, а сотрудники почты, которые теряют вашу посылку. И мистер Рук даже не хочет на них тратить свои драгоценные серебряные пули. Он просто каждого уложит. Он каждого уложит на место, потому что они не способны заработать ничего в отношении серебряных пуль. Только истинные профессионалы почты способны получить серебряную пулю. А вот остальные обойдутся полом и утиранием кулаками мистера Уика. Мистер Уик, специалист высшей категории, присядет, разомнется и снова уложит очередную красотку. Пошевеля своей святой бородой, он теперь раздает экстренно с профессионалом высшего менеджментского почтового класса по люлям из своего автомата до полупустого рожка. Сейчас он сходит, заберет другую вещь, чтобы уж продолжать раздавать на всякий случай. А то, мало ли, знаете, сдачи у никого не будет. А тут хотя бы можно будет раздать по мелочевочке. Так Мистер Уик проходит, осматривает, ищет свою посылочку. Посылочки нет, продолжает искать дальше. А вот спрашивает у другого менеджера, может он видел посылочку? Нет, он не видел посылку Мистера Уика. Из-за чего Мистер Уик его спрашивает? Может точно видел? Может вот там посмотрите, вот там? Может, в ваших яйцах лежит? Нет, мистер Уик, у нас нет посылочки, они говорят ему. Поэтому мистер Уик бросает в одного оружие, уходит, уклоняется от их пуль и укладывает всех опять в рукопашную, потому что никто не может найти его посылку на этом гробном почтовом складе. Он же заказывал ее на гробном Алиэкспрессе. Но нет, никто ее не находил, поэтому мистер Уик продолжает поиски самостоятельно вручную. И вот он натыкается на еще парочку тройку профессиональных менеджеров, которые ему говорят, вон там должна быть мистер Уик. Мистер Уик отдает хорошие чаевые и продолжает искать там. И ему даже показывают точное направление. Он пошел посмотреть. Нет, тут нет посылочки. О чем вы говорите, сэр? Говорит мистер Уик. На что мистер Уик отдает чаевые, когда находит посылочку. И этот гигантский грабило получает свои чаевые серебряные пули, а мистер Уик получает, наконец-то, хороший пистолет-пулемет. И идет спокойненько к выходу с почты. Мистер Уик. Щедрый посетитель почты. Ладно, продолжаем.
Так. Я выключаю иногда, потому что я думаю, если сейчас будет специальная анимация, ну как было с Осборном. Там же было такое же. Когда мы приходили, там начиналась сразу анимация. Я вот включаю время кремниевое, чтобы не записаться поверху. Я же ее не уберу, она записывается сразу. Поэтому. Сам. Йосика даст вам последний бой в саду на крыше галереи. Прекрасно, она сразу там будет. Ну отлично, пойдете, сыграем. Так, отправляемся. Йосика, мы вас ждем. Только бинт применим. She didn't fight. Она не сражалась? Разумеется, нет. Так, а куда мне? А мне вот туда надо пройти, получается. А, это один большой сад такой. Посмотрите-ка. Так, вот теперь давай тут обычно возьмем. Магнум тоже нам пригодится, вещь хорошая. То есть... Что это только что сейчас было? Почему мистер Уик заснул? Вот реально, он не должен был засыпать. Бред какой-то. Она не сражалась? Разумеется, нет. Ну, правильно, что ей сражаться-то? Так. О, неплохо. Я даже пока бинты приберегу. Так. По-тихому сейчас сделаем все. Ишь, чего захотели. Отходим, Джон. О, молодец.
теперь реально нужно перевязаться. Так, парировать. Так. Давай, Джонни. Он справится, я в него верю. Видите, чем я хотел сохранить-то? Всю эту красоту. Нам не давали. А нам добраться нужно вот оттуда. Вот, посмотрите, какой огромный уровень. Да, барни не сражается, но... Так, подождите, а как мне здесь пойти там получается? А, вот здесь. То есть мне нужно сюда, сюда. То есть они перекрыли все дороги. Ну вообще красота. Молодец, Юсик. Респект. Надеюсь, я всех уже перебил на этом уровне. Пусто. Я просто проверяю, то мало ли. Так. Соберись, Джонни. И то мало ли я всех уже перебил. Хотя это... Вылезла красотка. Так, ну это от этого. Одни только вышибалы меня да и окружают. Старался парень. Фу, надо было в него бросить оружие, а этого добить бы. Но неплохо, видите, движемся как. Она не сражалась? Конечно нет. Как она кончила? Реально, у нее такой крик, будто она реально кончила. Кончила именно... Ну, вы поняли, в каком плане. Куда? Так, вот теперь идемте-ка за пистолетом, мне он понадобится.
Ой, зараза какая. Это жив. Так, винты. Слишком мало здоровья, чтобы уже рисковать. Попробую добраться до этого стрелка. Три жизни лишили, а небольшая часть. Уже радует. Кусок оружия валяется, хватит на целую. Жалко, что с других сторон не пойти. Кстати, а можно там осмотреть, что там внутри происходит с этой стороны? Вот заметьте, там чисто. Там чисто. Зараза-то. Как пройти? Реально вот очень сложно. О! Карабин высокой мощности. Одному удару выносить. У меня просто собранности нету. Они просто идут пачками. Тут автомат. Карабин против автомата. Нет, многоцелевой карабин на лучше будет. А мне вот сюда чисто добраться надо. Сейчас будет какая-нибудь подстава. Но прошли. Так, отметим и озвучим. Джон Уик очистит ваш сад от всех вредителей. Он профессиональный садовник. Украсит трупами так, чтобы каждая городская королева завидовала. Ведь он городская, сама британская, у нее непокойная. Ведь она точно знает... прелести в красивом укладке сада.
Только посмотрите, как мистер Руик грамотно украшает и удобряет здешнюю почву. Он не дает ни одному сорняку прорасти, потому что они все уже ложатся. Более того, он сейчас перевязывает себе руки, укладывает себе хорошую прическу и укладывает еще местные кусочки навоза с удобрением. Как он грамотно укладывает эти мешки и при этом уклоняется от всех ударов сорняковообразных и писельком. И он при этом особо-то не использует даже оружие. Ну, сейчас я же использует оружие. Он взял хороший магнум шприц Т9, чтобы спокойненько зачистить территорию, смотрите, как он передвигается. Он проверяет все наличие сорняково-подобных живых созданий. Никого нет, ничего нет, все чистенько. Мистер Рук зайдет немножко в бар, перепасет горлышко и продолжит свою работу экстренного специалистического садовода. Он грамотно избавляется от крупных опасных растений, которые могут навредить устой вашему саду. И даже когда в него стреляют от ядовитыми шипами, он специально удаляет эту гробную ядовитую розу. Ведь от ядовитой розы могут посадить детишки в этом саде. Ее надо быть побезопаснее. Знаете, как мистер Руик отбивает здешнюю почву, здешний навоз, чтобы он утрамбовался как надо. Мистер Уик, специалист высшей категории, проверяет все остальные растения, они прошли проверку, и он одобряет. Этот сад, мистер Уик. Кем у нас только Джон не был? Эксперт искусства, специалист по аудиту, садовод. Даже сам художник смерти. Кем у нас только не был? Он даже был слоном посудной лавки, ну как говорил Уинстон. Что ж. Мистер Уик. Пора должить. Хотел бы я сказать, но нет. На этом пока закончу. Ребят, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто смотрел этот эпизод. Записывал я его в 3 дня. Выходные, потом вчера и сегодня. Вот, получается, 3 дня записывал, так что надеюсь, что вам понравился. Реально, эпизод становится все сложнее и сложнее, вот очень сложнее становится. Но буду рад, если оцените. Напишите комментарий, как вам эпизод, что вам понравилось, что вам не понравилось. Для меня это будет хороший фидбэк. Ну и, конечно же, лайки. Ну, или дизлайки тоже приветствуются. Я буду понимать, что вам нравится, что не нравится. Но если, кстати, дизлайк, напишите, пожалуйста, что не понравилось. Я просто хочу понимать, что... Даже если просто сама игра не нравится, все равно напишите об этом. Потому что я же хочу понимать, что вам нравится, что вам не нравится. А если чисто дизлайк будет, как я пойму это? Никак, я же быстро не читаю. Нет, я читаю, если бы я увидел вас живую. Я могу понять, что вы думаете. И для меня лучше студент, когда книга. Но вы же за экраном, я вас не вижу напрямую вживую. Поэтому не могу прочитать ваши мысли. Поэтому комментарий... Обязательно. В любом случае. Знаю, никому не нравится обязательно, но что поделаешь? Так что, комментарий, лайк, подписка и приглашайте друзей. Ведь скоро у нас будет шоу с повествовой, буду тоже очень рад. На с вами был Вескер, Амбрелла Тэтчинг и... Алёша Попович. А, подожди, а где Змей Горыныч? Где Горыныч? У нас должен был быть Горыныч. Здесь обычно Горыныч всегда был. Получено новое звание для уровня. Алёша Попович. Глаз как у орла. Уик всегда стреляет наверняка и не тратит патроны зря. Ясно. Это знаете для чего? Точность выстрелов. Все, я вижу. Звание мы получили. У нас уже Змей Горыныч есть. Вот видите, вот оно, звание получено. А вот... Вот это новое звание. Точность выстрела 74%, 65%. Но это учитывая выстрелы и количество смертей. То есть я большинство положил просто нокаутом на этом уровне. Поэтому оставшиеся выстрелы были практически вплотную. И точность была повыше. Так, подождите, а почему Алёша Попович? Он же вроде лук не использовал. У него дубина была. Ну, неважно. Так или иначе, ребят, всем большое спасибо. Всем до скорой встречи. Всем пока. Удачи, а в следующем эпизоде увидим, чем же закончилась встреча мистера Уика и вот этой великолепной мадам искусствовед подделок. Удачи!